Короче, смотрите, в последнее здание зашел. Тут как бы металл разбросан, еще что-то, одна кранбалка, тут вторая кранбалка. Что-то здесь какие-то станки стояли, потому что, видите, такие мощные постели. Ну и тут особо-то смотреть, честно говоря, не на что. Изначально как-то был один у меня момент. Я уже сюда как-то приезжал и пытался попасть сюда. Но попасть сюда не смог, потому что я оказался на большой высоте, не смог слезть и понял, что если я слезу, то уже подняться не смогу. Так, что мы здесь видим? То есть сверлильный станок или фрезерный? А, фрезерный, наверное, был. Да. Фрезерный станок, но он, видите, весь разобран. Вообще просто один хлам. Заточной станок, конечно, тоже его, видите. Бочка Роснефти. То есть как бы тащат все, что можно. Большая катушка. Вон на улице, кстати, еще один кран. Да. Вот оттуда с улицы тоже хотел попасть. Но. А, вот здесь вот. Вот она. Плиточку делают. Видите? Стоит такая. Угу. Да. Тут смотреть больше не на что. Вот здесь, походу, что-то мощное стояло. Видите, вон, посрезали. И потом, естественно, дерьмом всяким засыпали. Какой-то здесь мощный станок стоял. Что-то здесь сделали. Тут вот тоже, походу, слесарка была. Какая-то мастерская. Это может быть типа склада что-то такое. От зонтика, что ли? Текстолит. Много каких-то электрических рлюх там. Дверь железная. Так, ну ладно, пройдемся сюда. Здесь ничего, никакой информации тоже нету. Здесь тоже нет ничего. Пусто. О, ёк-макарёк. А здесь у кого-то загон был. Куры, что ли, жили? Нормальный ход. Ну точно. Утки или кто-то еще. Видите, перьев сколько. Здесь тоже все течет. О, ничего себе. Под пол можно провалиться. Сено тут было. Метла хорошая лежит. Даже на улице, что ли, их выпускали. Наверное. Не знаю. Ой, блин, теперь падать будет. Вот так. Оползеть можно. Здесь жили утки. Или гуси. Не знаю, кто здесь жил. О, полная банка. Ёк-макарёк. Вообще, видите? Эмаль. Серая какая-то. Ничего себе.
электроды. Короче, видите, надо мной кран. Огромный большой кран. Здесь тоже что-то было такое мощное. Я даже не знаю, что это. Но что-то рельсы тут. Здесь вот широкие рельсы. Тут вот широкие рельсы. Тут, скорее всего, виброплита стояла. Может быть, весы. Не знаю. Это вот тоже мощная какая-то штуковина. Видите, что-то внутри тут было. Что-то нагревалось. Вот на эту штуку я залез. И понял, что если я слезу, ну, я никак не попаду уже наверх, обратно. И было принято решение такое, да ладно, потом как-нибудь зайду. Каска тут, дверь. Вот я хотел в то здание попасть, видите, по прямой. Там двухэтажное такое. Но не пошел туда. Не пошел из-за того, что вот за этим углом охрана сидит. Вы представляете, прям малейший шум, они бы услышали меня. Вот. Так, ладно. Теоретически мы с вами здесь вообще все прошли. Вот так вот они все закрывают. И все, и открыть невозможно. Вот последняя дверь. Ну, скорее всего, она закрыта. Закрыта. И не открывается. А, ну вот это явно что-то с бетоном было связано. Видите, вот эту штуку пытались сломать. Но, походу, ничего не получилось, да? Да, закрыто. Вот на этой штуке я наверху был. А залез я через вон то разбитое окно. Блин, отсюда не видно. Сейчас подальше отойду. Вон, видите? И вот я на него попал. Постоял такой, блин, что делать-то? А делать нечего. И такой думаю, ладно, все, уходим отсюда. И ушел. Вот здесь написано, опасная зона, что-то еще. Вон, видите, даже бетономешалка валяется. Плафоны какие-то. Так, ну все, выходим и идем домой. Больше здесь делать нечего. Я бы, конечно, еще залез вот на эту штуку, но там делать нечего вообще.